И набирает обороты шпионский скандал между Австрией и Германией. Берлин пообещал проверить информацию о слежке своих спецслужб за гражданами соседней страны. Ведь Вена все настойчивее требует объяснений. Кого прослушивали немцы и как теперь будут выкручиваться, узнаем от Татьяны Лагуновой. За друзьями не шпионят. Несколько лет назад этот укор Ангела Меркель адресовала тогдашнему американскому президенту Бараку Обаме. Дело было в разгар шпионского скандала между Европой и США. Тогда выяснилось, что агентство национальной безопасности прослушивало европейских политиков, в том числе якобы и саму Меркель. И вот теперь эту фразу «укор» повторяют австрийские политики в адрес Германии. Немецкие спецслужбы шпионили за австрийскими политиками, а также министерствами, посольствами и международными организациями, которые базируются в Вене. В частности, прослушивали телефонные разговоры и перехватывали электронную переписку. Информацию о слежке обнародовали австрийские журналисты, которые провели собственное расследование. Они же и назвали временной период с 1999 по 2006 годы. После публикации результатов этого расследования австрийское правительство собралось на экстренное заседание. А президент и канцлер страны на совместной пресс-конференции потребовали от Германии объяснений. Шпионаж между дружественными странами не только необычен или нежелателен. Он неприемлем, так как в итоге возникает вопрос о взаимном доверии между государствами. Чтобы прояснить ситуацию, мы должны получить полное разъяснение от властей Германии. Мы уже связались с властями Германии и хотим знать, кого мониторили, когда была завершена слежка, и убедиться, что это произошло. И, конечно, хотим, чтобы все данные, если они сохранились, были уничтожены. Власти Германии пока не объяснились, по крайней мере, публично. Есть только короткий комментарий. Обвинение в шпионаже сейчас проверяет комитет Бундестага, который отвечает за контроль деятельности спецслужб. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».